на Украине сейчас все охуенно продается, просто, блядь, улетает, пиздец. У меня там мужик покупает, короче, за десятку, 5 штук по десятке, по пятерке, продает за 60 одну. И в наваре охуенном остается, блядь. И это живопись, блин, она уже у меня выскакивает просто. Я 10 лет, сейчас вот 10-й год, участвую в А4 художники малюют, шариковая ручка художники малюют, правильно? И где-то вот эта мне тема близка, потому что опять-таки шариковая ручка и формат А4, в первый каталог там была часть моего концепта из галереи «Карась», то есть о рисовании на уроках, зачем мы рисуем, иногда там не думая рисуем. Ну и я каждый год участвовал в этом проекте, потому что он мне близок, делал по несколько работ, и вот почти вот за 10 лет собралось такое количество работ, из которых можно сделать выставку и альбом. Ну, шариковая ручка, ну как, в моем случае шариковая ручка, ну то, что я делаю, называется шансон-арт, да? Такое народное искусство, ну, от рисования на уроках, да? От бессмысленного подсознательного калякания во время телефонного разговора, ну когда люди, да, вот, до тюрьмы, то есть шансон, вот тюрьма, платки, то есть которые называются марки, там рисуют на платочках всяких пауков-крестовиков, всякими месседжами в тюрьме, вот. Ну единственное, что я обливаю свои простынки зачастую чаем, опять-таки чайфир, ну и такое. Где-то народное, где-то рисунки на уроках, где-то подсознательное, где-то и тюрьма, которая у нас присутствует, ну, во всем. Как вот, начиная от маршрутки, заканчивая политикой, уголовщина. Ну вот, ну, как бы люди любят, да, у нас шансон. Ну, где-то такой вот микс из всего этого.